А я думаю, зачем тебе стаканы? Пить водичку. Часто поеду. Я уверена, что я почти не буду спать. Я много сплю, но часто просыпаюсь. На станциях. Мне бессонница, хотя, может быть, будет качать, я наоборот усну. Тем более, ехать так долго, нечего переживать. Я обычно переживаю, когда такое. Ночью выехал, утром уже там. Ты переживаешь, что ты проспишь там. Хотя не будет. Но все равно. На грусти. Там до следующего года. Давай. Еще будет работать до следующего лета. А погода вот. Ты вот сними погода. Дерьмо собачье. Говнокусок. Говнопогода. Ой, туча-то черная. Ой, бля. Угу. А тебя о чем трое? За ваше здоровье. Ура! Сука, ура! Мы добрались, господи, помоги. Все, идем в отель. Короче, мы приехали. Короче, мы на месте. Движушка. 6 утра, движушка. Клубимся. Красиво. Ну да, я как бы видела для этого. А я нет. Красиво. Шикардос. Ну что? Цветет. Не оправдались ожидания. Цветет. Спасибо большое. Вам тоже спасибо, девочка. Класс. Очень сейчас вкусный. Запробую. Вкусный, да. Спасибо огромное. Какая красотишка. Вот, ими. Братиш, куда летишь? Тут ну что, рум-турчик начался. Начала. Рум-турчик, отель Люксор. Пик-пик, прикладывай. Блин, мне не нравится. Фиолетовый, да? Холодосик, кроватка, ага, ванна. Так, пахнет. Чё по свету? Снаружи, наверное. Мы уже с Басика пришли. Так. Угу. О, зубные щетки. Блин, я так надеялась, что они будут, но в итоге взяла. Фиолетовый, короче. Оу, май гарабл. А можно поменять номер? Мне не нравится. И чем он? А тот, насколько меньше, мне интересно. Бэдрум.
Балкончик. Так, и на балкончик нужно. Ого, двойная дверь. Но зато шумоизоляция хорошая, слушай. Стульчики. О, сушилка, мать. И, собственно, там море. Но нам его не видать. Блин, не хуже. Да. На чиле. Как джиган. Ну что, ребяточки, мы пришли в хинкальную, кушаем хинкал, прекрасные, огромные, окрошечку, кинзмараули, очень хотела попробовать дорогое, хорошее вино. И Крис кушает. Приятного аппетита. Спасибо. Девочка моя, голубая лагуна. Прогулка прогулочная. Павлинчики. Что? Я павлинчиков сняла. А это наш отель. Отель. Вон там наш отель. Короче, мы запаслись патронами. Ну, дополнением к патрончикам. Короче, прогулка у нас серьезная. И это только первый день. Мелкошихи две просто. Вино. Да. Да, нормально, бодрячком. Все, пара патронов. И спать. На басик и спать. Мы прибыли. У нас кайфовело, короче, на басике. У нас скоро засветится басик. Ну, он светится уже, но еще пока не очень видно. Класс. Креветосики. С каким-то интересным пивасом местным. Короче, класс. Ужин, обед, ужин. Вкуснота. Прям то, что надо. Понимаете, да, ситуацию? День номер два. Патроны на месте. Креветосы не видно. Тоже на месте, короче. Место встречи изменить нельзя. Патроны на месте. Мы тоже. Мы как обычно. Мы всегда готовы к употреблению. Да? Ой, какой закат, ты витала? Да. Витала? Закатец. В Пущах, кстати, покрасивее закаты. Если честно. Но это надо к морю. У моря красиво смотреть, когда отражается. Все, идем отдыхать. Что, я переоделась. Все. И мы уже собираемся. У нас тут, слышите, музычку. Движушка, короче. Пойдем на балкончик. Сейчас показать, покажу. Вот. О, не видно сейчас. Вот. Красотишка. Будем чилить. На пещерболёк, товарищ. В среднем прогулка длится 1 час. Вот. Едем, катаемся. Я балдею на балкончике. На закате. Красиво? Короче, мы покушали. Пришли в номер поотдыхать. А я сижу на балкончике, балдею, смотрю. Ну, правда, мне тут ничего не видно. Вот это мешает. Но периодически я сажусь сюда и смотрю, как люди гуляют. Кайфовенько. Ветерочек, кстати, прохладненький достаточно. Такой, знаете, не очень жаркий. Мокрые у меня эти капают постоянно. Вся спина мокрая. Долго высыхают. Короче, я сделала вывод, что делать косички на море — это не такая уж и хорошая идея. Потому что они постоянно мокрые, они долго сохнут, с них постоянно капает и течет. Короче, это прическа для города, летом прикольно. Но для моря больше я бы не сделала на море. Я как бы раз уже делала, пожалела. И вот сейчас тоже считаю, что это не очень. Так что приеду с моря, сниму. Вообще хочется сейчас снять, я просто понимаю, что это очень много часов. А я с собой даже расческу не брала. Так что вот. Такие дела.
ладно. Буду чилить. Если что будет интересного, покажу. Good morning. Good morning, good morning. Мы уже пришли. Время что-то там почти 10. Мы пришли загорать. Я прячусь от солнышка. Сейчас у меня вот тут вот чуть-чуть поджарилось вчера. Поэтому я решила, что грудинку я буду сегодня мазать. Да. Ребятки ушли купаться. У меня сегодня третий день прекрасных краснодарских родственников. Поэтому я еще не купаюсь. Атмосферка. Сейчас пойду под солнце, наверное. Немножко пожарюсь, пока не 12. А то как-то печально лежать в тенечке. Да, шикардос. Ну что, мы сегодня весь день провели, как вы видите, на море. Только пришли, сходили в душик и собираемся на ужин. Вот они реалии. Без ожидания реальность. Просто все зеленое, все цветет. Просто все в водорослях. Обидка. Жалко, что цветет, но ничего не поделаешь. Такая природа. А Крис где-то плавает. Кому салат? Жесть! Фу. Оно такое мерзкое, с ума сойти! Красотишка у нас тут. Мы идем. Ого! Вот эта вспышка. Мы идем в магазин. Мы идем мусор выкинуть. Чисто нарядились мусор выкинуть. Чисто негритосики. Ну красотишка же. Красотишка. Ты что, все решила с ним? Нет.
осилим. Первый заплыв зеленый. На что, кайфовала? Ой. Кто-то на чили, на расслабоне. Пивко, массаж. Погнал. Сейчас покажет она ему грязь. Пойдет. Че, на рыбку? Ноги хорошо, охота. Ю-ху! Зай, сними, как я на рыбку прыгаю. Я просто хочу со стороны посмотреть. Давай, я тебе разницу. Давай. Сейчас поищи. Так, сейчас как надо на рыбку. Потом будет как не надо. Что-то холодно. Эрик, нормально. Можно? Давай. Можно? Давай. О. Давай. Готов. На чили, на расслабоне. Медуза Горгона в чате. Отдыхаем. Ой, нет. Крис погнала телефон напидоривать. Вкусно, Зай? Представите меня классного зрелища. Причем под такой интересный трек. Погнали. Сташка. Кузинка тебе. Завтрак сладкий. Чил. Чил. Какая-то духа на весь экран. Зай, кипарь, зай. А ну подай. Мы пришли с моря. И сейчас мы собираемся, короче, вечером, в 6 часов вечера мы поедем на большом таком, ну он как корабль прям, реально там не катер, поедем в открытое море, короче, будем смотреть на море. Я подзагорела, видно, вообще шоколадка, чтобы вы понимали, Сережа за один день практически такой же, как и я. Почему мужики так легко загорают, где справедливость? Короче, все, собираемся, надену платье, короче, все, до встречи. Красота. И народ на заднем фоне просто, как приветствие. Хочешь тут покурить?
идем. Сейчас покажу. Вон туда. Идем. Мы прибыли. Да. Ты рад, Зай? То ли еще будет, ой-ой-ой. Давай я. Спину нормально ложи. А, медленно получается, да? Давайте. На морозе, да? Какашка. Ребятушки пошли. Ребятушки пошли вот сюда кататься. В этот унитаз. Отбитые сейчас поедут. Что-то мне здесь не очень понравилось. Но ребятки хотят. Упарим. Ну чё? Я же говорю, ничего не видно, летит вода в лицо.
перед уездом мы решили зайти в кафешку напротив нашего отеля. И оказалось, что тут нормальное меню. Сейчас проверим, вкусно или нет. Но сфоткано даже на этих же столах. Короче, будем кушать том-ям. Вот оно, это кафе. Green Bar. А вот наш отель. Короче, приличное место под конец. Том-ям офигенный, ребят. Креветочки, все пироги. Сережа уже скушал. Бургер красивенький. Перчаточки принесли. Все по красоте, вообще душевной. Ну и напоследочек вот эту красотишку нужно. Вот это он нам даст точное понимание, насколько здесь вкусно. Но по виду уже вкусно, потому что ни риса, ничего здесь лишнего нет. Даже тарелочку принесли, чтобы шкурочкой убирать. Бомба. Очень вкусно. Бургер топ. Wonder if all my bad decisions get accounted in the algorithms. No statistician could dissuade me from my bigger vision. I know my occupation's quite an unlikely place in this world to occupy and talk about upon a daily basis. Our information's predetermined by some biased business. We island sermon to silicon that push out lovely neighbors. I'm done with paper chasing, think I'm on to bigger banquets. Miss that full circle, new wave, energy on a Tuesday. Turn a blue day to a bright hue, yellow with a smooth A in hair. Extra fruité, the brand, you can't move me. The music is man, it's a con job, but this grand. I'm blessed with a great hand amongst many that stink. And yeah, it took some hard work, but blind luck play a huge role. And if they say that it don't, then they're feeding you fool's gold. And if I know one thing, the truth's home. Even if it's a tough thing to swallow, an even harder thing to hold, and truly know without a doubt while on the globe. And even though that seems inherent, it ain't always so apparent. Dangle carrot, you ain't always gonna get it. But don't worry, it's a pretty February, in a year with more to carry, and more days is yet to come. Under the sun, taking the ferry to this city, where the moment's extra pretty, like the people, like the idea that I keep inside my brain that isn't equal to the real world. All that stress ain't saving me fear though. I swear to God I'm trying. But they pushing their demons down my esophagus. Screaming the easy life, what I want always. Praise made up holidays, tell me that love is the answer. Just to boost this economy. Buy more, sell now, but I ain't following. I ain't a hollow man, I'm fuller than fall winds. Yeah. Do it with me. And just sing what the song says. Take it all for what it is. It ain't all so bad. Take it all for what it is. Мы подошли идеально. Только что подошли, и просто наш чемоданчик подъезжает. Это ли не чудо чудесное? Это чудо чудесное. Все, мы приехали. Идем на выход. Через 600 метров съезд. Поверните направо. Глаза прям с красного, вот прям высоту по нему можно было мерить. Ну вот, сейчас мы поедим на моей любимой заправке. Вы ее уже знаете. Макбургер. Вот. В общем, закончилось наше путешествие. Приятное. Мало чего снимала, но самое главное, что я там была. И это очень хорошо. Все. Всем спасибо за просмотр. Буду с вами прощаться. Все, всем пока. Увидимся уже без косичек. Завтра буду расплетаться. Все, пока.